Шествие без ходулька, или из них карнавал. На 20-футовые шесты прадедушка мой вставал. Были ходули у меня поменьше футов на 5, но их украли не то на дрова, не то забор подпирать. И чтобы потешить народ замену медведей и обезьян, чтоб на радость детей толпы вышагивал великан, чтоб женщина на втором этаже с недочиненным чулком пугалась в огне, увидав лицо, я вновь стучу Thank you.